Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Sangsar Sindhu Tarani Hidayam Jodi Sad. Sankirtanam ritarase ramate manoshe premam budho viharani jadi chitta biti chaitanna chanda charane kuruta anuragam chaitanna chanda charane kuruta anuragam sangsara sindhu tarane hidayam jadi sad Sankirtanam ritarase ramate manoshe premam budho viharane jadi chitta biti chaitanna chanda charane kuruta anuragam chaitanna chanda charane kuruta anuragam Gauriya Goshtipati Gauriya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Сарасвати Госвами Такур. Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур. Прабхупад сказал, что Парам Виджайате Шри Кришна Санкиртанам это наивысший девиз Гаудия Матха. И вот Шрила Прабхупада сказал, что этот девиз Парам Виджайате Шри Кришна Санкиртанам это есть наш наивысший девиз. Вчера я хотел объяснить о той шлоке, о которой говорил Сваруп Гасай. Сваруп Гасай, он наивысший авторитет всей нашей Гаудия Сампрадаи. Его имя Сваруп Дамодар, Сваруп Гасай. Вчера я хотел объяснить эту шлоку. Эта шлока Сваруп Гасай, он говорил о ней вчера. Вот об этой шлоке, о другой. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, он наивысший предел самопроявленной божественности. И почему о нем говорится в таких словах? Мы все разумные, мы все можем понять, что мы, у нас есть различные надежды в нашей жизни, мы хотим исполнить эти желания. Шрила Прабхупад говорит, что мы все просим, мы подобные попрошайка, мы все что-то просим, на что-то надеемся. И какая главная проблема, которая у нас есть, это то, что у нас нет Кришна Премы. Это единственная настоящая проблема в нашей жизни, то, что у нас нет Кришна Премы. И это из-за этого мы, Шрила Прабхупад говорит, что склонность к различным материальным вещам этого мира – это единственная проблема непреданных, поскольку преданные, они не чувствуют необходимости ходить и собирать какие-то различные вещи, которые неблагоприятны для преданности. Их сердца преданных, они всегда удовлетворены, они всегда довольны, и нету в сердцах настоящих преданных никаких посторонних желаний и стремления к различным ненужным вещам. В
сердцах, в сердце чистого преданного нельзя найти посторонние желания, поскольку его сердце, оно лишено таких посторонних желаний, и поэтому вот в этой шлоке говорится, что преданный Кришне, он всегда умиротворен, поскольку в его сердце нет посторонних желаний, и поэтому они чувствуют блаженство всегда и не разрываемые различными желаниями, которые тянут их в разные стороны. И Сваруп Госвами хотел сказать о том, что Шри Чайтанья Махапрабху, его милость, его милосердие, его великодушие, оно наивысшее. Нет ничего подобного. Вот эти слова, они значат, что, как, например, мы знаем, у нас есть друзья, отец, мать, родители. Они готовы какое-то благо сделать для нас. И мы видим, что отец, мать, наши друзья, они пытаются, они какую-то доброту пытаются нам сделать, какое-то добро. Они пытаются помочь нам, чтобы наша материальная жизнь была как-то лучше. Я уже много раз говорил, что мы не заинтересованы принимать советы от различных материальных людей. Мы не заинтересованы в том, чтобы принимать какие-то советы от материальных людей. Если я ищу путь, ведущий к абсолютной истине, то тогда я должен игнорировать бесконечные голоса мирской мудрости и слушать голос только самосознавшей себя души. Это совет Шрилы Прабхупады, то, что мы не должны слушать никаких материальных людей и не внимать их советам и наставлениям. Они в итоге, советы этих материальных людей, они приведут нас только к проблемам, к опасности. Вчера я сказал, говорил о Кунти-деве. Кунти-деве, например, она всегда молилась Кришне, чтобы Кришна поместил ее в какие-то неблагоприятные ситуации. Она молилась, чтобы Кришна послал опасности и проблемы. А почему? Поскольку Кунти говорила, если мы находимся в опасности, мы очень просто можем обнаружить тебя с нами. И поэтому мы просим, пожалуйста, пошли опасности в нашей жизни, мы хотим жить в опасности. И такая просьба, это необычная просьба, очень редко можно встретить, что кто-то молится о проблемах и опасностях. Все люди разумны в той или иной степени. И все люди, согласно собственным представлениям о разумности, они разумны. Но что такое настоящий разум? Поскольку Бхагаван Шри Кришна, он много раз говорил, я тоже говорил об этом, еще раз повторю, в Бхагаватам Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, что те, кто думают о том, что они разумны, они не по-настоящему разумны. Вот в этой шлоке говорится. Бхагаван Шри Кришна, он провозгласил, что он говорит, что я думаю, что по-настоящему разумен тот, что, кто после обретения этой невечной человеческой формы жизни, он думает о том, как обрести наивысшее благо. Я вчера говорил о примере с Парикшит Махараджем. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит,
что тот, кто по-настоящему разумен, тот, кто, обретя это временное человеческое тело, он осознает, что в любой момент он может умереть, и как же обрести вечную жизнь? Мы знаем, что это тело не вечно, да, но это тело, оно подходит для того, что, если мы сможем занять это тело в Кришна-бхаджане, тогда что мы сможем обрести? Марта, значит, мы умрем. Но все же мы можем обрести амриту, нектар. Мартена – это третий падеж. Кем? Те, кто живут в этом материальном мире, они обречены на смерть, но все же они могут обрести амриту и бхакти. Почему Сварупа Госвами говорит, шричит вот эти слова? То, что Буят Аманда Мандадая, что это значит? Приводится пример, что наши друзья, родители, они хотят нам принести какое-то благо. Но я уже сказал, что если мы ищем путь к абсолютной истине, мы должны игнорировать разные голоса мирской мудрости и слушать только голос самоосознавшей себя души. А кто такая самоосознавшая себя душа? Это Вайшнав. И никаких других объяснений этого не нужно. И вот мы хотим слушать от Вайшнавов. Мы хотим получить наставление от Вайшнавов, не от каких-либо материальных людей. Но также те, кто находится в форме, делает вид, что они гуру и вайшнавы, а сами стремятся к богатству, к почестям, славе и уважению. То есть Махарадж говорит, что разные виды вайшнавов. Нужно именно стремиться к общению с чистыми вайшнавами, которые лишены стремление к богатству, к славе и различным почестям. И вот любое благо, которое дается какими-то материальными людьми, любые блага, которые мы получаем от отца, матери, родственников, любых друзей и прочее, если математически посмотреть на это, то в итоге так называемое благо принесет нам вред. И какие-то другие опасности. И вот от блага, обретаемого от материальных людей, несмотря на их доброту, они нам хотят сделать какое-то благо, какое-то добро, и мы, принимая это так называемое добро, в итоге принесет опасность и вред в нашей жизни. Я приведу пример Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупады, они уже говорили много раз, но все же еще раз пример приведу. Один бедный человек, очень бедный. Ему лет 25, скажем, образование он свое закончил, а работы как бы нету. И вот, в общем, он так жил какое-то время, потом как-то попал в храм Гауди Матха в Миднапуре. Он мыл там, совершал служение, мыл полы, ходил на арати и
ну, как-то помогал по хозяйству, но он был хотя образован, но безработный был, и вот ему как делать было особо нечего, и он приходил в Гаудиаматх каждый день, но в его сердце у него его было какое-то неудовлетворение. То есть он был безработный всю жизнь и как бы хотел какую-то работу, но что-то у него не получалось. Но так или иначе, ходя в Гаудиаматх, его и его дядя ему как-то дал денег, 50 тысяч рупий, и сказал, чтобы он на эти деньги какой-то бизнес начал. Продавать, например, эти листья бетеля в Амбеднапуре, там такое популярное дело. И вот он начал такой бизнес, продажу, и вот по доброте своего дяди он начал бизнес по продаже бетеля. И с материальной точки зрения можно подумать, что его дядя сделал такое большое добро, дал ему денег на открытие бизнеса, но так он продавал бетель, развивался как-то, и в итоге он уже в Гаудиаматх не смог каждый день ходить. Если раньше он каждый день ходил в Гаудиаматх, но сейчас, когда он начал такой бизнес, то ему уже некогда было ходить в Гаудиаматх, времени не было. И раз в неделю он ходил в Гаудиаматх. И после этого, день за днем, через полгода-год, ему уже некогда даже раз в неделю ходить в Гаудиаматх. Он как был занят своим этим продажами своими, но потом, когда он встретил каких-то саньяси и брамачари, они спрашивали, почему ты в матх не приходишь. Раньше ты приходил каждый день, а сейчас не приходишь. Но он сказал, что сейчас у меня тут работа есть такая, некогда. И после этого его пожилая мать, она начала давить на него, что он единственный сын, жениться пора. Сколько тут за тобой надо смотреть, уже жениться давно пора, и в итоге он женился. И после женитьбы нужно, ну, жене время уделять, это естественно. И вот он так занимался своим бизнесом, жене время уделял, потом ребенок у них родился, и ребенку нужно было время уделять, и времени ходить в Гаудиаматх ему уже совершенно не было. И вот сейчас, с точки зрения обычных людей, его дядя был очень милостив, что дал ему денег на открытие бизнеса, но смотрите, и милость его дяди, она была как бы милость с одной стороны, но с другой стороны, благодаря этой милости он попал в большую маю, в большую, как сказать, за занятость. He become Aprakita Pandit, not material Pandit. Follow? So, Swarup Goswami was very intelligent to see what this way. Swarup Goswami? Dayani he chaitanya dayani he tava daya vyadamananda daya. Daya, I mean any kind of... Daya, милость, доброта, которая исходит от гуру вайшнавов и в конечной степени от Чайтаньи Махапрабху. И если мы получим, например, милость от какого-либо настоящего гуру или вайшнава, то будьте уверены, что вы получаете милость от самого Чайтаньи Махапрабху, поскольку они его неотличные спутники. И таким образом, любая милость, любое добро, которое исходит от гуру
вайшнавов, либо Верховного Господа, вы не можете получить никакого вреда вместе с этой милостью. Вы таким образом сможете достичь наивысшего блага. И вчера я говорил о славе святого имени Харинама Махамантры. И я хотел сказать о вот об этой шлоке. Кришна сказал, что те, кто по-настоящему разумен, и здесь в этой шлоке говорится, и вот в этой шлоке слово «санга» значит «вани», «наставление», слова Гуранги Махапрабху. Поскольку его наставление, его учение, его слова, они не отличны от его вечной формы. И мы можем сказать уверенно, что те, кто проповедует учение Махапрабху, Гуранги Махапрабху, они то есть они его части в каком-то смысле. И в этой аватаре Кришна не будет принимать какую-то форму для убийства демонов. И Сваруп Госвами уже сказал вот эти слова про Махапрабху. И такой милостивой аватара не было, и никто в истории всего человечества никто не мог ожидать, даже во сне, что такая милость, такой великий дар, он может прийти в нашу жизнь. Даже во сне не мог никто представить, что такой великий дар, он такая великая милость, она придет к нам. И суть в том, астра значит учение Шри Чайтаньи Махапрабху. И Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, те, кто утвердились в учении Шри Чайтаньи Махапрабху, они его спутники. Те, кто полностью утвердились в его учении. Они его настоящие спутники. И таким образом, вот в этой шлоке, эта шлока открывает нам особенности Шри Чайтаньи Махапрабху и то, что Шри Чайтаньи Махапрабху, он сам Шри Кришна. И вот Шри Чайтанья Махапрабху – это наивысший предел самоявленной божественности. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, он полон сам себе, он полное целое, как и аватары Вишну Кришны, они все целые. Мы не можем надеяться, что в какой-то аватаре или аватаре, источнике аватара есть какой-то недостаток. Но в Бхагаватам мы находим, что и тогда Нараяна, например, хочет наслаждаться вирирасой, борьбой. И но это такая лила, Господь, он хочет наслаждаться борьбой, и поэтому мы видим, что иногда так случается, но кто же может сражаться с Господом? Нет никого, кто бы был подобен в силе
с Верховному Господу, и он так не нашел никого достойного и думал, что же делать. И тогда Джай Виджай, спутники, охранники Верховного Господа, они сказали, что ты, о Господь, ты Пурнавасту, ты полное целое. И если какое-то, какое же определение полного целого, совершенное определение полного целого в том, что если пурна, если мы возьмем целое от целого, то остаток этого будет целое. И это точное представление о Верховном Господе. И такой пример можно привести для тех, кто изучает высшую математику. Такой же пример, что бесконечность, если отнять бесконечность, либо добавить бесконечность, то это будет равно бесконечности. И также Господь, если отнять что-то от Господа, то Он останется целым, и это отнятое тоже будет целым. Но что такое бесконечность, это очень редко кто-то может осознать. То есть какой-то профессор может говорить о бесконечности, но прямое осознание, оно вряд ли будет в его сердце. И вот если Бхагаван Шри Кришна или Нараян, Нарисимха, Вараха, они все полные аватары, и нет никакого недостатка в них, но такая лила, что Господь, Он хотел наслаждаться вирирасой, борьбой, и Джай Виджай попросили Его, что Господь, Ты Пурнавасту, и мы не можем найти никаких недостатков в Тебе. Даже если ты хочешь наслаждаться борьбой, и поэтому ты можешь послать нас, и мы будем бороться с тобой. И таким образом Джай Виджай, они так или иначе вдохновились, они были прокляты. Прокляты Чатушванами. Но Кришна, Он уже предсказал это. И когда они просили прощения за то, что прокляли его этих охранников, то Кришна сказал, что это мое желание, и вы по моему желанию это сделали. И вот по этим примерам можно видеть, что у Господа не может быть каких-то недостатков, но ради лилы он может явить видимость такого. И те старшие преданные, они все знают, что однажды Кришна является один раз в одну манвантару, в 27-ю манвантару является Шри Кришна. 27 Мандантар, 27 Чатур Юга Гам, 28 Ван Сирет Кришна Бхагаван Суприм Лорд. Это слово Свамируп Бхагаван значит Савиге и Сарат. Савиге значит Самвид Шакти во всем своем великолепии. Самвид Шакти, полная Самвид Шакти в своей бесконечной форме, она находится в нем. Бхагаван может знать одновременно все, что происходит во всем этом мире, в любом уголке этого мира. Кришна, у Кришны есть прямое знание об этом, и это непостижимо. Это невозможно представить то, что за пределами нашего представления, как это представить.
И вот савигья и сарад. Савигья значит на санскрите «своям эва авигья», что это о том, что Верховный Господь, Он сам знает все, Ему не нужно рассказывать, информировать Его о чем-то, Он и так все знает. И в материальном мире мы знаем, что какому-то царю, например, нужно узнавать, что случается в мире или в какой-то области, но Кришна, Он знает все. Его не нужно информировать о чем-то, Он и так все знает. И Савигья Сарад, Сарад значит, Он всемогущ. Он не зависит от какой-либо аватары, либо еще от чего-то. Он полностью независим, но все же он... Но есть еще такая шлока, то есть он зависит от любви своих преданных. И вот Кришна, хотя он не может быть контролируем кем-то, но все же он находится под контролем своих преданных. И любая противоречие Сиддханта, которая находится в Кришна-лиле, она может быть приведена в гармонию очень просто. Кришна, он никем не... Никто не способен контролировать Кришну, но Яшоду, Яшода, она может как ругать Кришну и прочее. То есть любая противоречие Сиддханта, она может найти гармонию в Кришна-лиле. И это великолепие превосходства Кришна-лилы Верховного Господа. Лила Верховного Господа Кришна, Он Виджанма. Нет уверенности о том, как родился Кришна. Шишупала оскорблял Кришну так, что Он неизвестно, как родился. Много сомнений. И действительно так, Сарасвати говорит, что да, Кришна, какой же, где же ясность с рождением Кришны? У Кришны нет ни рождения, ни Кришны. У Кришны нет ни рождения, ни смерти, поэтому это правильно. И вот Савигья Сарад. И один раз в 27-ю Чатур-югу, и вот когда она кончается, начинается 28-я Чатур-юга, то в то время можно надеяться, что Шри Кришна явится в Раджа-даме. Кришна. Нанда-нанда Бхагаван Шри Кришна, Он явится в это время. И это особая Двапара-юга, она может вот в эту Двапара-югу, и тогда Бхагаван Шри Кришна, Он может явиться в форме Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот Нанда-нанда Бхагаван Шри Кришна, Он является в форме Шри Чайтаньи Махапрабху. Читание Чайтамрити, это более подробно описывается, что когда Кришна, Он достиг наивысшей обители, то Кришна оттуда, Он и зашел в форме Шримад Бхагаватам. А в Читании Чайтамрити Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что когда Кришна, Он вернулся в свой вечный обитель, и после этого Кришна думал, что это особая милость, которую совершал здесь, в этом материальном мире. Никто не может понять это. Многие люди, они не поймут правильно. Они, конечно, могут обрести прему, но есть особые условия, что в Кришна-лиле не каждый может обрести Кришна-прему. В Кришна-лиле там особенность была, этой лилы. В Чайтанья Чайтамрите говорится, что есть особенность.
Кришна Лилу, что далеко не каждый может обрести Кришна прему, хотя в 10-й песне Бхагаватам говорится, что без Кришны, кто мог бы дать прему этим травинкам во Вриндаване, кто, если не Кришна, мог даровать им свою милость, кто же мог это сделать, кроме Кришны, но все же ограничение в этом было. Мы знаем, что Удав плакал ради того, чтобы обрести пыль с лотосных стоп Гопи. И поэтому Удав плакал и говорил такие слова. Сам Удав говорит, «Ахо, значит, это мое желание, моя надежда обрести Чаранарену. Чаранарену значит одну пылинку, Рену, пылинка в единственном числе, не Рена Ваха говорится, а Рену, одну пылинку». Удав, он плакал, он хотел обрести одну пылинку с лотосных стоп Гопи. А почему? Поскольку Кришна аватар, она великолепна, она превосходна. А почему она превосходна? И вся расататва, она в своей полной степени, она находится только в Шри Кришне, вся Мадхурья и все прочее, она в Шри Кришне, и Кришна наивысший. И поэтому в Упанишадах говорится раса, вайсах, и вот это что-то. И я вчера говорил о расе, какое же у вас представление о расе? Без расы никто не может жить, но это представление, оно материальное. Раса значит, есть два вида значения. Первое. Если кто-то хочет раса, сама раса, вкус расы, тот, кто вкушает расу, Кришна, он сам источник расы. Кришна, он полон расы, и наивысшая цель всех рас – это Кришна. Но все же, почему Кришна он хотел прийти в форме Гуранги Махапрабху, мы это будем говорить в следующие дни. Но главное, что мы должны узнать, вот, то, что говорится в этой шлоке, мы знаем, что в Кали-югу нет лилаватара. В Кали-югу нет никакой лилаватара. Лилаватара не сходит в Кали-югу. Но Юга-аватар можно обрести, найти, и Верховный Господь тоже может явиться. Это возможно. Юга-аватар, Мадвантара-аватар и другие различные аватары, они могут быть, но в Кали-югу, так или иначе, мы не можем надеяться обрести лила-аватар. Но юга-аватар приходит, и во всех юга-аватарах можно видеть то, что каждая Кали-юга, каждая Кали-юга значит не та особая Кали-юга, когда Махапрабху приходит. И вот каждый Манвантару, а вот особая Кали-юга имеется в виду не та особая Кали-юга, а все остальные Кали-юги. И в них лила-аватары. Вот вы слышали о Нава-йогендрах Махараджах.
перечисляет, они все сыновья Ними Махараджа, Ришабхадева сыновья. Но Ними Махарадж спросил у них вопрос. Он спросил у Карбаджан Риши, какая же особенность различных аватар, которые снисходят время от времени в различные юги. Как мы определим, что это именно аватары, каковы признаки, это мы хотим узнать. И после этого, и когда они говорили, то в эту Кали-югу, приходящую Кали-югу, и вот можно вспомнить, когда Гаргамуни пришел в Гокулу, и Нанда Махарадж и Яшода, они организовали церемонию давания имени Кришны. И в то время Гаргачарья, он был вынужден сказать вот эти слова. Асана варнасрахиасям гриндатам югантарам сукло рактастата пито иданим кришнатандарам. Now we cannot calculate, we cannot understand how it's possible. И мы не можем понять, как это возможно. Мы должны понять то, что Кришна аватара — это особый аватар Шри Кришны. Это Кришна, это не аватар, он аватари, он источник аватара. И особое, в особую четыр-югу, внутри которой можно найти эту двапара-югу, когда сам Шри Кришна, Верховный Господь, Нанданандан Шри Кришна является. И после того, как он уходит, Шачинадан Гурухари, он может явиться. И сейчас вопрос, какова цель Гаргамуни, что он хочет сказать. Что он Гаргамуни говорит, что ваш сын — это Верховный Господь, он иногда является в различных югах. Шукла значит белый, ракта красный, рака пита золотой. И сейчас он черного цвета, но питам значит золотой цвет. И вот эти две шлоки мы должны понять, какого же значения, то, что хотел сказать Гаргачарья, то и то, какое значение этой другой шлоки. Кришна Варнам значит, Кришна, даже те, кто не изучает санскрит, они могут сказать, что Кришна Варнам значит Кришна Варна, его цвет, цвет его тела черный, это вроде бы ясно и понятно, но другое значение может быть. Не все могут понять, только по милости Гуру Вайшнавов, Вишвана Чакравати Джива Госвами мы можем понять очень чувствительную эту тему. Можно вот так сказать, что тот, кто воспевает славу Кришны, Кришна Варнам, то есть тот, кто всегда прославляет имя, славу, красоту, обитель, даму Шри Кришны. То есть можно так понять эти слова Кришна Варнам. Но вопрос в том, что все юга-аватары, они черного цвета. И откуда этот Питаварна золотого цвета Махапрабху явился? Как вообще случилось так? Триша,
Кришна. Если мы... Слово триша значит покрытие. И сияние, точнее сияние, теж, энергия, тот, из которого исходит сияние. Tisha or Krishna. This meaning, Tisha Krishna, Tisha plus Krishna. We can split up this word. One is Tisha. Слово Тиша можно разделить на две составляющие. И одно из значений Тиша, Тиша Кришна, то что цвет тела Кришны. Его черный. А Кришна в обычных кали-югах, он, они все были крик черного цвета, но в эту особую, в эту особую кали-югу он другого цвета. Но если мы это слово разберем по-другому, то тот, чье сияние цвета не черное, Махарадж разбирает санскритскую грамматику. И but in all sastra you find all Kali Yuga avatara coming all black color. So в Кали Югу все аватары Кришны они черного цвета, а почему говорится вот в другой шлоке Питаварна? Питаварна значит золотого цвета. И вот Кришнадас Кавираж Госвами поясняет, что слово «а Кришна» значит «питаварна». То, что цвет его тела золотой. И также можно найти то, что Прохлад Махарадж говорит прекрасную шлоку. И вот Махарадж забыл ее, к сожалению. Но вспомнит, продолжит. И вот Прохлад Махарадж хотел сказать то, что Channo kalo yad avavaha trijugo athostam. This is the final. I always speak, now I forget anyway. So, Prahlad Maharaj speaking. И вот Прохлад Махарадж говорит такие слова, что в Кали-югу Чанна-аватара. Чанна-аватара значит, мы не можем опознать эту аватару. Тот, кто аватари, сам Кришна, он не будет говорить о том, что я Кришна, он такая скрытая аватара. Почему в шастрах говорится, что ты три юги? Три юги значит кто? Значит, три. То есть о том, что Господь, который приходит в Кали-югу, никто не может его узнать. Это было возможно только для Рай-Рамананды понять, что он Махапрабху, это Верховный Господь. Он так и спросил у него, говори, кто ты есть на самом деле. Now I find sannyasi first as
он говорил, я смотрел на тебя, я видел тебя в форме Кришны, а сейчас я вижу, что ты саньяси, и поэтому признавайся, кто ты. И Махапрабху сказал, что ты, у тебя огромная любовь к твоему Иштадеву, поклоняемому Господу, и поэтому это такое, часто бывает, что те, кто видят своего, что настоящие преданные, они видят своего поклоняемого Господа всюду. И также ты видишь своего Иштадева, поклоняемого Господа везде. Куда бы ты ни смотрел, ты будешь видеть его. И Бхагаван Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, он сказал ему, что ты великий преданный, и поэтому это естественно, что те великие преданные, у кого есть огромная любовь к своему поклоняемому Господу, то куда бы они ни смотрели, они видят своего поклоняемого Господа, и поэтому не пытайся обмануть меня. Говори, кто ты есть на самом деле. И Махапрабху тогда был вынужден сказать эти слова, что я Расарадж, Бхагаван Шри Кришна. Расарадж значит источник всех рас, Кришна. И Махабхав. Махабхав значит Шри Кришна читание, настроение Радхарани, Махабхава. Что значит Махабхава? Снеху, ман, пруной, рар, анурар, бхава, махабхав. Махабхав, that is also not extreme point. Махабхав is also, after that, there is Modan Madan. A Madanaksha bhav is there with Radharani Mahadev. Follow, what I say. Madanaksha bhav is there with Radharani. The shloka written by Swarup Gosai is very important. И шлока, написанная Сваруп Гасаем, она очень важна. Вот эта шлока. Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasmad Ekatmanam Upi Bhuvi Pura Dehavadam Gatam Do Se Chaitanya Aksham Prakatam Nuna Taddayam Chaitkam Vaitma Radha Bhava Duti Sivolitam Nomi Krishna Sarva. Now here we like to discuss the shloka. Сейчас, the Radha Krishna Pranaya Vikriti. Я хочу обсудить эту шлоку. Рада и Кришна, они не отличны, это мы, не каждый может понять эту простую вещь. Рада и Кришна, они не отличны друг от друга в прославлении Бхагаватам, Бхагаватам Махатме, там говорится «Са-эва-са». Бхагаватам Махатме говорится «Са-эва-са». «Са» значит «Кришна». И «Са» So, значит, Кришна и Са Радхарани. И в Бхагаватам Махатме говорится в Сканда Пуране. Есть два вида прославления Бхагаватам. Одно в Падма Пуране, другое в Сканда Пуране. И вот это прославление Бхагаватам в Сканда Пуране, там говорится о том, что Са Эва Са. Что тот, кто, так, кто, что тот, кто Кришна, он есть Радхарани. И эта шлока, она более развернута, сказана с Сваруп Гасаем, Махарадж повторяет ее. И эта шлока очень важна, и вот что это значит? Праная Викрити, что значит? Когда я говорил о Шива Татве, и вот и когда я Махараджа Шиви говорил, там такие слова были. Это викар, изменение, подобно тому, как молоко
может стать йогуртом. Но в этой шлоке особенность и вик это двикар. Если вот посмотреть, как Шива явился, это другое. Но здесь этот викар, это изменение, оно другое. Не все могут... эта формула не применяется здесь. Бхактивинода Тхакур, он уже говорил об этом. Ityam ni tirjag risi deva jasavatare vibhavayasi lokanu hamsi pratipanu. Follow this sloka, I wanted to say. So actually, what? I remember when I speak in between. Actually, Prasanna was there, different. Ityam risi deva, ityam. Ityam ni tirjag risi deva jasavatarer vibhavayasi lokam hamsi jagat pratipano dharmam paripasi yuvanamrityam channu kalu yad abhavaha channu kalu yad abhavaha abhavaha trijugo atho shautam. Follow? I remember the old sloka. Very nice sloka. Very nice. Someday you can discuss in detail what Pullad Maharaj tells of the Devadi to see. Anyway, Radha Krishna Pranam Vikriti, I was speaking there in Puri for 1 second. I was touching this point. Ekaki Noigo Ramate. If there is any rasa, если есть какая-то раса, то если эту расу раздать кому-то, то тогда мы большее наслаждение получим. Понимаете? Например, кто-то хочет, ну, такой грубый махарадж, примеру, приводит, кто-то хочет выпить что-то, то оно имеется в виду какой-то алкоголик, он один не пьет, он пьет в компании, ему больше наслаждения это приносит. И, ну, это такая материальная раса, пример такой с материальной расой. Или более возвышенный пример, если кто-то... Если кто-то принес... И Махарадж следующий пример приводит, если у нас появилось много сладостей, то чтобы получить насладиться этими сладостями, то если мы будем раздавать их своим родным, друзьям, то мы больше наслаждения получим, чем просто съедим их в одиночку. И также с Апракритарасы. И вот Сваруп Гасай говорил о том, что вот об этих шлоках Махарадж произнес, что адвайгьян-таттва, несомненно, Бхагаван Шри Кришна, он адвайгьян-таттва. И сочетание Махапрабху – это тоже адвайгьян-таттва. Они оба изошли с Галоки, но какова разница между ними, когда мы находим, что Бхагаван Шри Кришна, то Бхагаван Шри Кришна, то будьте уверены, Радхарани в нем уже присутствует. Понимаете, когда вы видите Кришну одного, то, знаете, наверняка Радхарани, она в нем, и поэтому наша Гурварга, она... открыла множество божеств, например, Говиндаджи один, Радхараман тоже один, и Мадана Гопал тоже один, но мы должны понимать так, что Радхарани
она там, поскольку Кришна не может жить без Радхарани, для Кришны невозможно жить без Радхарани, и согласно Веданта Сутре, я уже говорил вот об этой шлоке Шакти, Шакти Матер Абьет, то, что энергия, она не отлична от своего обладателя. Энергия Шакти, она всегда находится вместе с Шактиманом, обладателем энергии, хотя внешне не всегда можно видеть проявление Шакти. Иногда можно видеть, иногда нельзя. И из Бхагаватам, с 10-й части 87-й главы Ведведа Стути, там такие слова. И вот олицетворенные веды, они возносят молитвы Господу. О, Господь, попытайся устранить мое. И если их слова согласно грамматике разделить на слова, джа-джа значит, о Господь, убери мое от нас. Мы очарованы этой майей. Мы падаем и падаем из-за влияния майи, кто находится вне майи. Майя, она везде, никто не может сказать с уверенностью, что я вне майя. Даже Мунь и Риши, великие саду, никто не говорит так, что я избавился от влияния майи, никто не говорит так. Поскольку в тот момент, когда вы это скажете, то тогда майя, она придет и скинет вас с пути баджана, и поэтому чистые вайшнавы никогда не говорят так. И вот Нарутам Такур говорит, что эти слова, и Бхагаван Шри Кришна в Гите говорит вот эту шлоку, она подтверждение слов Нарутам Такура. И вот Веды Упанишады, они приняли прекрасную форму, и перед Вишну они возносят Вишну свои молитвы. О Господь! И вот это те молитвы, которые они возносят, Махараджи их повторяют. О Аджит! О, избавь нас от майи! Мы не сможем стать успешными. Наши личные попытки, они обречены на провал. Мы не видим успеха. О, пожалуйста, сделай это для нас. Окажи нам свою милость. И таким образом все олицетворенные Веды и Упанишады, они возносят молитвы Господу. И что я хотел сказать этим, то что я уже сказал, что Кришна, он полон в сам себе, и то, что Кришна не отлично от Радхарани, и если есть Шакти, как вот, вот пытайтесь слушать внимательно, чтобы понять, тогда у вас никаких вопросов не останется. И вот в этой шлоке хотя
И вот они говорят, что «О, Господь, все шакти, они пребывают уже в тебе. Ты находишься во сне в йога-нидре. И когда Господь, Он находится в йога-нидре, то будьте уверены, все шакти, они внутри Его, но Он не являет их. И в материальном мире мы не можем найти, что шакти и шактиман, они различны. Например, у вас есть какая-то сила, она сила вас, она не где-то там в стороне. Но если вы сидите, но вы очень сильны, то не проявляете свою силу. Но в этом материальном мире ваша шакти, ваша энергия, она только с вами находится, но там, в трансцендентном мире, возможно так, что Верховный Господь, Он может находиться со всеми своими энергиями внутри себя, не проявляя их, а Кришна может проявить шакти, шакти может принять какую-то форму также, но это в случае с Кришной. Но если мы, например, не можем, например, у нас есть какая-то сила, она не может отделиться от нас и принять какую-то форму, это невозможно. А поскольку у нас материальная энергия, а Кришна, Он трансцендентен, Его энергия, Его шакти, она может принять какую-то великолепную форму. Она может находиться как внутри Верховного Господа, так и снаружи, и участвовать в Его лилах. И так или иначе, все время будьте осторожны. И какая же главная обязанность шакти вообще, ее долг — это служить шактиману, своему обладателю. И обязанность шакти — это служить шактиману всегда, все время. Это главный долг шакти, служить шактиману. И в Веданта Сутре говорится также, что шакти, она энергия, она не отлична от своего обладателя. И Сварупа Госвами, он также сказал вот в этой шлоке, что Кришна Таттва, она одна, едина и уникальна, но она разделилась, чтобы наслаждаться расой на Кришну и Радхарани, поскольку одному Господу нельзя, он не может наслаждаться, должна быть вторая личность Радхарани, поскольку если нету, поскольку Кришна не может наслаждаться расой, будучи одним, и поэтому он явил свою энергию в форме Радхарани. И еще я хочу сказать вам то, что the ross is already there, not tested as yet. Раса, it is not at all ross. Которая Господь не наслаждается, она не раса. Я могу пример привести. Try to follow your attention, please. Слушайте внимательно. Try to follow this point. Anasadita rasa. Если есть раса, но не наслаждались еще, то кто знает, что это раса? Например, есть расагула, сладкий шарик на тарелке лежит, и мы уходим вокруг и думаем, как бы его съесть. Если нам кто-то скажет, что это расагула не сладкая, то мы возразим, что она сладкая, поскольку у нас есть после опыт поедания расагулы. А если кто-то сделает расагулу, нечто похожее на расагулу, то мы как узнаем, что это действительно сладкая расагула, не попробовав ее. Один сын Риши, он некий Риши Путра, Он хотел попробовать молоко. Он никогда молока в своей жизни не пил. И
И какой-то кто-то над ним подшутил, развел муку с водой и сказал, что это молоко. И когда он пришел к отцу, он рассказал, что молоко пил. Но отец спросил, что это было. И отец сказал, что это не молоко, а обманули тебя. И вот таким образом ваш предыдущий опыт, он может дать вам какое-то представление о каких-то предметах. Но до тех пор, пока мы не попробуем, вот, например, расагулу, как отличить настоящую от поддельной, только тогда, когда мы попробуем эту расагулу, этот сладкий шарик. И когда наш язык соприкоснется с этой расагулой, то тогда мы поймем, она сладкая или соленая. То есть настоящая раса гула или не настоящая. И вот часто говорится, что та раса, которую еще никто не насладился, нельзя сказать, что это настоящая раса. Кришна, он источник, может, всех рас, но кто знает об этом? Дать только когда, тогда, когда Кришна он хочет распространять свою расу, когда он являет Радхарани и других спутников, Кришна, он источник всех рас. Но кому же раздать эту расу? И нужна вторая личность. И те майявади, они хотят доказать, что Адвайта Гьянтатва, они никогда не... Если майявади, они никогда не признают существование Шакти, их Брахма, он пассивный. И майявади думают, что если они поймут другую татву, и они говорят, что если мы примем существование другой татвы, кроме как Адвайта Гьянтатвы, то тогда Шакти... Тогда, то есть вопрос Шакти возникает, а тогда их теория уже не может существовать. Махапрабху this kind of experience. Уже говорил с майявади то, что special money, touchstone, can convert gold, convert iron into gold. So in this material world, if we find this kind of stone is there, touchstone. И вот Махарадж, Махапрабху пример приводил, что если в этом материальном мире есть философский камень, который может превратить железо в золото, но сам он, заметьте, не превращается ни в железо, ни в золото, а остается тем же философским камнем. И также Господь, когда Он пребывает в материальном мире, Он не подвергается влиянию материи, а только Он сам влияет на нее. Шакти Матхо, обед, значит, единство в различии, различие в единстве. Because I already discussed many times, but still I must touch this point. Krishna having Samvit Shakti. У Кришны есть Самвит Шакти, Сандини Шакти, Хладини Шакти. Сандини Шакти значит чит. То, что поддерживает все дамы, всех спутников, все их великолепие. Сандини Шакти. И дам, что такое дама? Дама – это одно из видов Сангини Шакти.
Баладев, он в форме Дамы является. Баладев, он в форме Дамы и принимает форму Дамы. И Дама, Дама Татва, она, это Баладев Татва. И Самвид значит... Гьяна Шакти, знание Кришна, с помощью Самвид Шакти он может знать все, что происходит. И те, кто находится с Кришной, те, кто находится с сочетанием Махапрабху, они все... А вот в случае с Яшодой и прочими гопами, они, то есть это Самвид Шакти, она отвечает за их. Их отношение к друг другу, как еще, да, думаю, что Кришна – это их сын, а Кришна, соответственно, что Яшода – его мать. Самвид Шакти в этом материальном мире можно видеть, что какие-то отношения могут быть, какое-то знание, которое мы обретаем. Это все исходит с, это все материальное знание, это искаженное знание с того духовного мира. И Хладини Шакти, если не было бы Хладини Шакти, то тогда мы не смогли бы чувствовать никакого наслаждения, только для Хладини Шакти. Из-за Хладини Шакти мы хотим жить долго. Никто не хочет умирать. Кто хочет умереть? Кто-то, можно сказать, что мы знаем, кто-то самоубийство совершает. Что вот он хочет самоубийство совершить, умереть хочет, но логика за его суицидом какая? Если глубоко подумать и поговорить с ним, он хочет получить наслаждение, хотел получить наслаждение, и поскольку не может получить это наслаждение, к которому стремится, решает свести счет из жизни. Он на самом деле никогда не хотел умирать, но из-за недостатка какой-то расы, какого-то наслаждения, он решается на самоубийство. И поэтому материальный, один материальный поэт, он написал такую шлоку, что в этом материальном мире я не хочу умирать, но это Рабиндранат Тагор написал, что я не хочу умирать в этом прекрасном материальном мире, но мы вынуждены умереть, это должно случиться, этого нельзя избежать, мы должны умереть. Почему? Смотрите, даже насекомые, они какие-то лягушки, тараканы или насекомые, или комар, если мы хотим его прихлопнуть, то он улетает, он хочет жить дольше, он пытается вернуться от наших ударов, чтобы потом жить и дальше сосать нашу кровь. Они наслаждаются кровопитием. Эти комары, и никто не хочет умирать, даже комары, поскольку у каждого живого существа, каждое живое существо наслаждается какой-то расой, прямо или косвенно. И вот в этом материальном мире без наслаждений, без рас, никто не хочет жить, но Хладини Шакти, она также здесь действует. И она дает нам какое-то наслаждение в этом материальном мире, поэтому мы хотим жить. И так или иначе, Дживатма, Атма, она бессмертна. Какое же качество души? Это, она бессмертная душа, атма никогда не умрет, и поэтому никто не хочет умирать.
две причины. Одна причина то, что они хотят наслаждаться, а вторая то, что атма, душа, она вечна, она бессмертна, она никогда не умрет, только мы можем поменять наше тело. Я уже говорил много раз в Гите, Бхагаван Шри Кришна дает совет Арджуне. О, Арджун, подобно тому, как одежда, которая порвалась, ты выкидываешь и одеваешь новую. Basansi jirnani yathabhya. Jirnani means when your dress is already, you know, useless. You cannot wear again. You will have to throw it. Then you will have to throw and get new dress from market and get new one. И также, когда наше тело, оно износилось, мы получаем новое. Как меняем износившуюся одежду на новую. В Бхагавад-гите говорится вот в этом стихе, и атма, душа, никто не может убить, уничтожить душу. И поэтому душа, она не хочет умирать. И второе, то, что душа, она исходит из Верховного Господа. И много споров идет во всем мире. Меня спрашивают, я вынужден отвечать о том, что, например, карма, как она бесконечна, и как же она кончится, если она бесконечна. Если Бхакти он такой говорит, что карма бесконечна, но если мы получим превосходные бхакти, то мы сможем обнаружить конец этой бесконечной кармы в нашей жизни. И много споров идет об этом, но так или иначе, смотрите, Бхагаван Шри Кришна говорит такие слова, что все дживатмы, они исходят из меня, они мои части. Амша значит часть, какая часть? What do you mean by part? Какая же часть? Not at all. Many times we discuss. You forget. Душа это не часть тела Кришны. Дживатма, they are all. Дживатма, она это ша, они все шакти. Marginal potency. Пограничная энергия. And his answer. Это часть его, не прямые части Кришны, пограничные. Я уже говорил о том, что любая часть. Вот любая часть целого, она тоже целая. Как пурна-васту, как любые части абсолютного целого, они тоже абсолютно целые. И также души — это не части Кришны, а шаг, часть его шакти, его части, его пограничной энергии. И они подобны лучам солнца. Махапрабху говорит, как, например, когда горит огонь, иногда какие-то искры вылетают из него, и таким образом можно получить представление о том, что такое душа. Кришна это полный, это он обладатель всех энергий, а дживатма это часть его пограничной энергии. Подобно тому, как из солнца исходят лучи солнца, и в то же самое время они, эти лучи солнца, они как бы и едины с солнцем и отличны от него. И также мы должны знать о том, что огонь, он, когда он растет, горит, точнее, если мы поместим какую-то железную вещь в огонь, мы увидим, что этот железный предмет, будучи в огне, он примет качество этого огня, он с
сам раскалится и станет красным, и мы можем использовать впоследствии эту накопленную в нем энергию огня. И силой огня этот, сейчас этот кусок железа, который он нагрелся в огне, он приносит мне благо. В Аюрведе есть такой рецепт, что в аюрведической шастре приводится рецепт какого-то зелья, лекарства, что для его готовки нужно нагреть до красна железный стержень и поместить в его раствор этого лекарства, и только потом это лекарство оно становится готовым. Instant you can die. A highly poisonous. Маркари, есть такой яд, маркари называется. Если прикоснемся языком, мы сразу умрем. Но этот маркари, если его с какой-то расстоянием смешать и на 15-20 лет поместить в землю, закопать землю в глиняном горшке, то через 15-20 лет это становится очень могущественным лекарством. Это лекарство делается из яда, но не прямо, а косвенно. Его смешивают с чем-то, потом помещают под землю на 10-15 лет, и тогда этот яд становится лекарством. Даже, ну, что тут так далеко идти? Можно взять даже и имли, этот там, как его, имли, в общем. И вот есть лечебные, этот, имли лечебные. Если они лежат какое-то время, они становятся очень целебными. И так же, как этот яд, хотя он ядовит, но если его с чем-то смешать, приготовить особым образом, с каким-то катализатором, подождать лет 20, то этот яд станет очень целебным лекарством. И Махапрабху говорит, что тот тот железный предмет, который был в огне, он обретает качество этого огня. И вот суть в том, что Махапрабху говорит, что кусок железа, у него нет никакой способности помочь мне какое-то благо обрести из него. Но если мы этот кусок огня поместим внутрь огня, в огонь, он приобретет качество этого огня. И потом, что случится, когда мы вытащим раскаленный кусок железа, мы уже можем использовать его в своих целях. Но так или иначе, это железо, у него есть, и вот это железо, оно получает энергию огня, и она может обжечь что-то, но обычное железо в обычном состоянии, нет у него такой энергии тепла, только тогда, когда он находится внутри огня. А когда он остынет, то его сияние пройдет, и оно опять станет черным. Но огонь, у него есть качество тепла, и сияние, и, то есть температура
тепло огня, оно уже, это качество огня, его нельзя разделить, тепло и огонь отдельно, оно вместе. И таким образом будьте внимательны, смотрите Радха Кришна, хотя внешне это может выглядеть как Радхарани отдельно и Кришна отдельно, но будьте уверены, между ними нет никакой разницы, подобно тому, как между огнем и теплом, жаром огня. Но получается так из-за того, что Бхагаван Шри Кришна хочет раздавать свою расу, наслаждаться ею, и поэтому Радхарани, она явилась из по желанию Кришны. Кто-то спрашивает, когда Радхарани появилась, это глупый вопрос, поскольку она вечна, как и сам Кришна. И кто раньше был, это глупый вопрос, они вечны оба. Хотя, может, в каких-то шлоках говорится, что Радха Кришна, они... Кришна стал Радха Кришной, но будь уверены, что Радха Кришна в объединенной форме, в форме Гуранги, отдельно они не отличны друг от друга. И сейчас можно наблюдать, например, Радху Кришну отдельно, но иногда не можем видеть их вместе. Но все это не отлично. И какая же... И, а, что, ви, что такое викрити? Викрити — это према-викар. И как объяснить это? Что значит снеха? Это одна из форм Кришна-премы. Кришна-према, она приняла форму. А Кришна-према, она как конденсировалась, сгущалась, и вот следующее состояние переходило, Махараджа их перечисляет. И потом Бхава, потом Маха-Бхава, потом Мадан-Модан, Маданакша. И Маданакша Бхава, она только в Радхаране. Я хочу сказать, та Бхава, которая внутри Радхарани, почему Кришна, он захотел наслаждаться ею. Завтра я буду говорить об этом. Почему Кришна захотел нас, какое чувство, наслаждаться тем чувством, которое имеет Радхарани. Есть три главных причины, почему Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир. Завтра мы будем обсуждать это. Но так или иначе, Удав. И сейчас мы получили информацию о том, что Кришна, хотя мы знаем, что Кришна — это Пурнавасту, полное, абсолютное, целое, но все же, хотя мы знаем об этом, и нет никакого неудовлетворения с Кришной, не может быть, но все же. В Бхагаватам и в других местах я могу вам дать пример, то, что Кришна хочет получить вкус самого себя, какого, что же находится во мне, в Двараке, когда Бхагаван Шри Кришна путешествовал к своему дворцу. Удав говорит это в Видуре. Я завтра буду более подробно говорить о великолепии этого. Кришна, он входит внутри своего дворца и внезапно видит какую-то колонну, она сделана из прозрачного спотика, кристалл спотик называется на санскрите. И Кришна вот ходил вокруг по своему дворцу и увидел свое отражение в этом, в этой колонне. О, кто он, настолько прекрасный. И Кришна захотел поцеловать самого себя. Он пытался подойти к своему изображению, отражению в зеркале.
Но когда Кришна вот ходил так в своем дворце, то смотрел на отображение самого себя и восхищался его красотой. И таким образом, с свидетельствами шастры я могу доказать, что Кришна, хотя он полностью удовлетворен, полностью доволен, то, но Кришна хочет наслаждаться, это его, одно из вечных его свойств, он хочет наслаждаться, это естественное вечное качество Кришны, Кришна хочет играть, наслаждаться. Почему Кришна создал этот материальный мир? В Упанишадах говорится, вот в этой шлоке, что это Шатара Упанишад. Кришна сказал, что я один, я хочу стать многими. Я хочу раздать расу. И все дживы, бесконечные дживы в бесконечных мирах, они умирают и рождаются, они умирают и рождаются опять. И так или иначе, великие даршиники, как не философы, но что-то похожее. И все дживы, они вращаются вокруг Кришны, умирают и рождаются. Прямо или косвенно все они заняты в какой-то расе с Кришны. Я могу привести пример из Бхагаватам. Почему я начал с этой шлоки? Манмата значит Кришна. Что, вот эта шлока значит, что Кришна, он может забрать наш ум и сердце. Когда Кришна, он может вдохновить нас так, что мы не сможем находиться без Кришны. Как я, например, говорил, когда Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу, то Махапрабху сказал, я сейчас прыгну в океан этой божественной любви. Кавикранапур говорил, описывал чувство Шри Чайтанья Махапрабху, что он сейчас принял саньясу и не знает, что будет дальше. Я уже прыгнул в океан Кришна Раса Сагара. И что случится дальше, я не знаю. Это все зависит от Кришны. И Шри Чайтанья Махапрабху всегда. У него было чувство. А он являл себя как преданного. Это его качество, что он, о нем говорится как о Три-юге, поскольку Кришна, он иногда является в таком скрытом виде. И мы не можем чувствовать, что он аватар. Иногда это являлось, как, например, Сарвабхауме Бхаттачарье или Нитьянанде, перед Нитьянандой, либо Раманандараем. То есть иногда Господь являл себя каким-то преданным. Everybody doing abhishek, everybody milk and butter and everything. И вот в доме Шивас Пандита была лила такая, что все поклонялись Кришне. И Махапрабху, он принимал все. И говорил, несите еще, еще. Как Анакут, откуда мы это имя узнали? Анеор. Это деревня в Нагаватхане. Они, значит, принеси больше, несите все, что у вас есть, я хочу съесть. И Кришна говорил так и принимал все. Это деревня Анива называется сейчас. И так один за одним мы хотим доказать, что Рада Говинда. Это есть Гуранга. Они есть в форме Гуранги, а Гуранга Махапрабху, он не отличен от Рада Говинды.
Никто сказал эти слова, это Шанкар Шива. Он сказал Деви Парвати. Что, то, что ты видишь, знаешь, как Рада и Рада Кришна, он не отличен, они не отличны от Горанги. И как это возможно, как это случилось, что они как объединились, но в материальном мире мы можем видеть какие-то примеры, но они недостаточно объясняют. Но Джива Госвами Пад говорит нам, что как Шри Чайтанья Махапрабху, он, почему он захотел украсть Бабу чувства и цвет тела Радхарани, как это возможно? Хотя внешне мы видим две различные фигуры Раджа и Говинду, и как это возможно стало, что они объединились, изменили цвет тела и стали такой совмещенным проявлением. Каково же наука, научное представление об этом, стоящее за этим фактом? Панчапандавы, они были посланы в ссылку в какой-то дом из резины. А, не резиновый дом, а какой-то такой, который легко горел. И пример приводится подобно тому, как пчи чувства Кришны и Радхарани, они очень насыщены, и они подобны такому деревянному дому, который может легко сгореть. И когда эти два дома поджигают, то образуется общий огонь, и так они приняли такую общую объединенную форму. When and how Shiva Mahaprabhu actually totally Madanakshya Bhava was expressed in Puri. Madanakshya Bhava была выражена в Пури, в полной. Здесь она не была полностью явлена. Madanakshya Bhava была явлена в Пури в своей в полной в полной степени. И когда Махапрабху жил там 12 лет, его спутники, они поняли это. А здесь, в Майпуре, это было не в полной форме. Но я не видел никаких свидетельств этому. Эта баба, она очень сокровенна. Она была полностью явлена в Паушотам Даме в Нилачале. В Раджамадхуре она была явлена здесь тоже, в доме Шивас Пандита, но не полностью, никто не смог осознать. Вот материальные. Если какие-то материальные люди живут на Радакунде, они думают о себе, что они живут на Радакунде, но мы видим, что они на Бадакунде живут. Бадакунда значит какой-то граница. То есть они живут на границе с этим, с этой Радакундой. Anyway, what time now? Six forty-five. Okay. Oh, he is senior to me. I'll have to pay Dandavati him. Bhagavat Maharaj, you know, very nice. What? What? What question, Maharaj? Махараджа. Вот по этой шлюке.
Что амша – часть джива, джива-татвы, вопрос. Бабаджи-маша отвечает, что… Что джива, она исходит от Кришны. И в каком-то смысле она не отлична от Кришны. И вот когда Дживатма, она осознает себя слугующей Кришны, и тогда этот Дживатма, она может обрести некую полность. Иначе Шрила Кешава Госвами Махарадж и наша Гурварга говорят то, что говорю я. Махарадж прав, но когда Дживатма обнаруживает, что она слуга Шри Кришны, тогда она может получить это качество пурнаты, полностью. Полноты, она Шакти Амша. Свами Махарадж не может говорить неправильно. И другой вопрос. Что? Yes. Yes. Like particle. И вот сюда Махарадж и еще кто-то сравнивали. Душ джива с частями лучей солнца. И вот все философы говорят так, что мы материальны. И если я дам вам прямой пример, вы не все смогут понять. И поэтому приводятся какие-то косвенные примеры. В Веданте говорится о дживах, что они гунат алаквад. Вад значит они не не как свет солнца, а подобные свету солнца. И там говорится, что они именно по своим качествам они могут сравниться с светом солнца. Но они не свет, они похожи. У них такое же сияние, какая-то энергия, сила, но они не свет, они похожи на свет солнца. Это слово «ват», оно используется в сравнительной степени. Вот вопрос, дживы присутствуют ли в сиянии Брахманды? И если дживы бесконечны, то тяжело это посчитать. И нельзя сказать, что души, они производятся ежедневно, они бесконечны, и вопрос о складывании их или отнятии он не возникает, поскольку сияние Брахмана, которое исходит из Кришны, майявади хотят слиться с ним, но дживатма, у нее всегда есть, она может иметь свое вечное отдельное существование, и это существование может быть полностью успешным, если такие дживы осознали, что они вечные слуги Шри Кришны и служат ему. И наша Гурварга, она может представлять эту, это видение в немножко разных, немного разных точек зрения. Но все они правы. Махарадж был очень слим. Когда Махарадж пришел, он был очень слим. Теперь Махарадж был очень слим. Бхакти Махарадж говорил, когда он пришел, он был какой-то брата. После этого, день за днем,